Сегодня наш герой Сергей Скуратов, собственно, автор одуманного фильма, скажет, что бы вы снесли, Сергей? Ну, если бы я был курицей, конечно, я бы чем-то снес. Ну, вообще-то, но поскольку очень я модно. Петух, то, в общем, мое дело не сносить яйца и не сносить дома, строить их. Я бы ничего не сносил. Ну, вот когда ваше здание как бы кастрируют, да, какие ощущения? Неужели вам в ответ не хочется что-нибудь снести? Да. Вот из того, что строят как-то, да, энергию. Противоположную сторону. Ну, давайте попробуем разделить мои эмоции как страстного мужчины и темпераментного художника, и мои эмоции как архитектора, как гражданина, как человека, который все-таки отвечает за свои поступки и, в общем, как-то абсолютно осознанно относится к тому, что делает.